Всем привет, добрый день. Иду на пляж традиционно днем. Смотрите, он девчонка, он купалась только что. Прямо вот только что вот. Правда кричит, не холодно. Не холодно. Идем на причал. Как всегда, посмотрим температуру. Я с собой не взял термометр, уже вышел, потом вспомнил про него. Решил, что не пойду обратно. Боже мой, что тут у нас творится, смотрите. Собачье царство. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Там десятый. Я, конечно, особо ничего против собачек не имею, но сегодня услышал, в новостях показывали. Камчатка, кажется. Восьмилетнего пацаненка загрызли собаки. И там сейчас уже встречается вот этот все это режим. Точнее, их всех отлавливают, что-то там с ними делают, стабилизуют, я не знаю что. Как бы вот так. Ладно. Мне что-то как-то не очень нравится, когда вот такие вот топы. Кто знает, чего от них ожидать. Некоторые он на ошейниках, некоторые без. Так вроде не похоже особо на дворя, на дворняжек, но не знаю. Ладно, топаем, посмотрим погодку, вот погодка, температурку. Вообще в целом температура тепленькая, так нормально сейчас ощущаю. Но солнце сейчас не припекает, такая слегка полупасмурная погодка такая, знаете. Море слегка шумит, немножечко вчера было получше, покрасивее, а сегодня вот как-то вот так. Сегодня как-то, хотя выходит, вот так вот тоже бывает. А я подумал, что сезон закончился. Солнышко вот иногда пробивается среди тучки, но не очень. Ну, как видели, вон девчонка мелко купалась. Сегодня кроме нее я, в принципе, купающихся больше не наблюдал. Что-то мне надоело ходить по камням, так-то не очень как-то я отвык уже, обнаглел. Раньше-то ходил летом и босиком, а сейчас уже мне как-то не очень нравится. Пойдемте посмотрим на море. Ну вроде так ничего, слегка мутноватенько. Я, честно говоря, думал, что с утра будет оно получше. На самом деле не очень. Ну да ладно. На причал, так на причал. Увидимся на причале. Итак, мы на причале. Вот я смотрю, народик-то есть. Не знаю, как загорать получится, не получится. В принципе, в таких ручках-то неплохо загоралось. Летом, во всяком случае, по основному погоду можно было хорошо загореть. Что сейчас, не знаю. Итак, 5 ноября, московское время. Неизвестно сколько, вот температуру я уже вижу. 33 градуса. Не могу сказать, где это, на солнце, в тени, так как сейчас вроде как и солнце есть. И тень. Ну такая вот. А мой термометр остался дома. Ну, надеюсь, вы сегодня не будете меня сильно ругать за то, что я его не взял. Водичка мутная, непонятная. Купающихся вижу 3-4 человека вот на всем пляже. Хотя сейчас я даже на всем пляже с этой стороны могу пересчитать. Поголовно практически. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, восемь, два, два, три, четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. 36 человек я вижу всего из них, и плюс еще 4 в воде. Ну это насколько я видел, я сам не ожидал, что такой глазастый, бог знает откуда вас, смотрю, встречал, а вижу практически все, где надо. Ну что, пятая. С этой стороны народ ближе, как ни странно, к улице Колораж туда он тусуется, кто-то плавочка ходит даже. Ну уже показывал, девочка маленькая вообще купалась. И многие пытаются загорать. Ну что, как бы вот так. Я думаю, все.
высусоривать не будем. Всем пока. До следующих роликов.